вопрос о защите команды Miami Heat, Эрику Спайльстре. И Спайльстра говорит о том, что нам нужно поддерживать высокий темп перемещения и возвращения из нападения в оборону, успевать перекрывать эти быстрые отрывы соперника, когда они возникают, и тогда все должно быть в порядке. Тайлер Иро мимо. Янис Антетокумпо наблюдает за происходящим, а у нас, между прочим, плюс 20 уже в пользу Майами. Данкан Робинсон, еще 3. Бэм от элбо. Off to Robinson. Backs up for the 3. Buries it. Duncan Robinson. It's continuing to change the look to make it tough for Luka Doncic. Doncic 0-4 from 3, making him 4 for his last 21 from downtown over the last 3 games. Kendrick Nunn, rip roaring high. Victory since. Again, John Collins being out, being suspended by the NBA for 25 games has really hurt them. He gives them a big up front. What a roll. Available and be ready to make the next pass, which they did right there. Johnson, they have 20 assists on 24 made baskets tonight. Adebayo hands it off, and you cannot give him airspace. Boy, Duncan Robinson is a killer from three-point land. Always drive. I remember from high school when I first got a microphone thrown in my face. It was time to talk about me, me, me. And, you know, immediately from young age, my dad let me know that the game was... Ничего не нужно, здесь нет, кроме Милуоки, да? Милуоки сегодня уже показали всем, как они будут играть. Ой, отличный пас. Дебаю получает высоко, хотя, в принципе, и он-то может пробить по ходу сезона. Но с тем временем Данкан Робинсон забил. Согласен, у меня только один к нему вопрос. Я, как человек с высшим экономическим образованием, тупо не понимаю, что значит фраза «Group Economics» на его спине. Я просто не знаю этого термина. Первый раз его слышу. Трешечка залетает у нас от города. 5-point heat lead, just over 2 minutes to play. Third quarter of the first of 3 scrimmages for Miami. We'll have the Utah game Saturday for you at 4, the Memphis game Tuesday at 2. A triple. Серия между этими командами, мне кажется, что в одной из них вполне может стать MVP Рейджон Рондо. А если 150, так уж тем более. Да, в 150 это уж разочек-то точно будет. Данкан Робинсон, за ним, естественно, приглядывает Кентавиус, который такой же, как и Робинсон, супер худой. Это Краудер после тайм-аута. Нан и Данкан Робинсон, игроки не задрав. Ну, в среднем на двоих 28 очков за матч набирают. Адебайо, Кендрик Нан и Роу, день авиации для соперника, и Кендрик Нан попадает в трешку.